В Нижнем Тагиле случаев вандализма в отношении городских памятников, скульптур и других объектов становится все больше. На это обратили внимание в мэрии и попросили сотрудников МВД включить в маршруты патрулирования тагильские достопримечательности. Руководство города беспокоит сохранность только что установленных скульптур в парке Народный. Обратился за помощью к начальнику управления внутренних дел нашего межмуниципального управления МВД России Нижнетагильское Абдулкадырову Ибрагиму Бакаровичу с просьбой направить туда на усиление либо экипаж, либо патрульно-постовую службу. Почему? Потому что мы вчера торжественно закончили симпозиум по парковой скульптуре. Действительно, у нас появились великолепные авторские работы. К сожалению, в городе имеют быть место акты вандализма, которые необходимо пресекать, и поэтому никаких постов стационарных там не будет. Просто будут сотрудники полиции патрулировать, смотреть, тем более это место становится местом с массовым пребыванием людей. Порядок в парке и безопасность будут обеспечивать сотрудники патрульно-постовой службы. Народный парк, так же как и другие места общественного пользования, места отдыха тагильчан, жителей нашего города, гостей, значит, то место, где люди должны себя чувствовать комфортно, безопасности, поэтому наша задача, конечно же, обеспечить полную безопасность.